утро. Сегодня мы с мистером Котом пободрее. Мы проснулись заранее к твоему приходу. Заходи. Сегодня у нас долгожданное видео про спорт, точнее про бег. На самом деле движение жизни. Я просто на своем примере сегодня покажу, как двигаюсь я. По утрам бегать намного эффективнее, чем вечером. Утром разгоняется метаболизм, обмен веществ, потом весь день очень много энергии. И сегодня мы побежим как раз-таки с утречка. И первым делом очень важно взвеситься. За весом все-таки лучше так поглядывать, просто адекватно следить даже с точки зрения своего здоровья. Мистер Кот, ты что там со спины нападаешь вообще? Это как бы запрещенный прием, ты где? В общем, мои весы. Пикук с прикольным названием. Они работают по принципу микротока. То есть каждый раз, когда я становлюсь, через ступни проходит маленький такой, маленький ток. И по сопротивлению ткани определяется как раз-таки состав тела. Мышцы, вода, жир, они разное сопротивление оказывают. За счет этого весы высчитывают твои показатели. И можно за движением этих показателей следить. А теперь смертельный номер. Теперь я буду взвешиваться. И да, мне даже не страшно показать, что будет на этих весах. Вот, стриптиз заказывал. Готово. При этом для дорогих моих подписчиков у нас есть супер промокод на 20% скидку. Это промокод Крыгина. Крыгина. Так что смотрите скорее на сайте, выбирайте. Пойдем быстрее смотреть. Итак, Пикук just send you report. И я супер в норме. Вот мой вес. Он даже чуть-чуть как будто бы не хватает. Так что я могу еще немножко поесть. Потом у меня, значит, body fat 23,2%. Я своими 23% жира могу заявить, что не так уж это и много. Body water чуть-чуть прибавилось на 1,5 килограммчика с последних времен. Мышцы 72% в норме. Я вообще вся в норме, я молодец. Но вот я чуть-чуть вот скачу последние несколько дней, потому что то я очень много пью воды, то не пью. Сейчас были дожди, и я не бегала. И, в общем, вот он чуть-чуть так вот 59,5, 61. Вот так вот скачет, но это вода. Вот по всем остальным показателям, например, мой body fat на месте вообще, это и плюс, и плюс. Даже никаких минусов не вижу, потому что я ем все, вообще все, что хочу. А мой body fat вообще никуда не двигается. Так, взвесились, зафиксировали. Теперь можем готовить специальный завтрак, особый для бега. Потом на зарядку становись и бежать. Очень важно перед пробежкой, особенно с утра, это завтрак. Потому что без углеводов, без жиров и без вообще, в принципе, подпитки организма никуда вы не убежите. День грохнетесь в обморок, никакого толка от этого не будет. Самый лучший завтрак в мире – это гречка с пармезаном. Заявляю, что для бега вообще лучшего завтрака нет. Очень много энергии и никакой тяжести. И я вам что хочу сказать. Если бегать по десятке в день, я бегаю по десятке, в среднем 4-5 раз в неделю. Это с поправкой на то, что я уезжаю на выходные, погода плохая. Но в целом, если погода позволяет, я железно стараюсь пробежать каждый день свои вот эти 10 километров. И здесь скорее важна регулярность. Нет такого чудодейственного вида спорта, в котором ты побежал или перепрыгнул чего-то там, или проехался на вейксерфе, и все. И ты в норме, в балансе, ты похудел, голову расслабил. Конечно, разово это лучше, чем ничего, но движение работает исключительно системно, то есть за счет регулярных повторений. Я, как человек, который никогда профессионально не занимался спортом, могу сказать, что мне потребовалось достаточно много времени, чтобы просто к этому прийти. Когда я из раза в раз приходила к выводу, что без спорта останавливается все. Можно придумать какие угодно диеты, начитаться книжек про баланс, пройти 48 марафонов. Ничего это не работает просто без движения. Если вы чувствуете усталость, если вы чувствуете, что вы как будто бы не на своем месте, что вы нервничаете, что очень стрессовая среда, что вас раздражают какие-то близкие люди, вам просто нужно найти спорт по душе. У меня это бег, например. Я к бегу не призываю, каждый должен найти что-то свое. Бег — это просто самое простое. Ты надеваешь кроссовки и бежишь. Тебе не нужно никаких снаряжений, тебе вообще ничего не нужно. Тебе нужны наушники, iPhone и кроссовки. Я бегаю не для того, чтобы у меня фигура была классная, не для того, чтобы я худела. Я бегу для того, чтобы бежать, потому что мне в этот момент очень кайфово. У меня
складываются все мысли по полочкам. У меня огромная нагрузка эмоциональная и интеллектуальная. Каждый день на меня валится на работе, на всех встречах. Каждому уделить внимание, быстро переключаться с одного проекта на другой, с задачи на задачу, быстро разархивировать какую-то информацию. То есть это происходит в моей жизни каждый день. И очень важно, ну, чтобы кукушка-то работала хорошо, очень важно давать ей возможность в голове своей немножечко перезагрузиться. И для меня каждый день такая пробежка, она очень важна. Если я бегаю с утра, я заряжаюсь на день. Если я бегаю вечером, я расслабляюсь. Глоточек кофе, и можем идти одеваться. Мистер Кот, пойдем одеваться. Мистер Кот, движение, жизнь. Экипировка. Экипировка очень важна в том, в чем вы бегаете, потому что она должна быть максимально комфортна, она должна быть максимально как-то многослойная, что если вам жарко, то вы можете ее снять часть и одеваться по погоде, потому что если вам слишком жарко, то вам тоже будет некомфортно, ну, вам просто будет тяжело бежать. Так, бра для бега — это обязательно. Шорты. Нужен лонгслив, мы, наверное, возьмем вот эту из новенького, с сеткой, красиво будет. И кроссовки. Кроссовки — это супер важно. Кроссовки — это, по сути, ваши колени, ваши ноги, и что с ними будет после этого самого бега. Очень важно, чтобы кроссовки были именно подходящие для бега в городе. И очень важно, чтобы они были достаточно такие широкие по своей подошве, чтобы стопа ровно приземлялась, а чтобы они как бы немножко такие были как в распорку, чтобы очень стопа была устойчивая. При этом, что еще важно по кроссовкам, то что они должны быть достаточно жесткими по подошве, но не дискомфортными. И стопа должна сохранять гибкость, чтобы не было ощущения, что вы на прямых вообще совсем ногах бежите и не сгибаете колено. Вообще для любого вида спорта очень важна обувь, потому что, ну, колени и вообще суставы — это то, что нужно очень сильно беречь. Поэтому если вы занимаетесь активной физической нагрузкой, где у вас удар все время идет о землю или об асфальт, тем более, обувь должна быть специальная. Очень важно, чтобы кроссовки были для бега. Тот бег, которым я занимаюсь, он называется джогинг, то есть это бег трусцой, очень легкий бег, при этом это не быстрая ходьба, это именно бег. И, соответственно, кроссовки должны быть для бега на длинные дистанции, то есть марафонские кроссовки, потому что для спринта кроссовки нужны другие. Мистер Кот пошел выбирать себе костюм. Очень многие не уделяют внимания носочкам, а это на самом деле важная вещь. Они как бы вместе с кроссовками просто фиксируют вашу стопу. Это огромная разница, чем вы возьмете обычные хлопковые. Плюс они там очень быстро высыхают и не дают вашей ноге шататься в кроссовочках. Для спорта всегда носочки отдельные. Вот. Давайте одеваться. Хвостик и немножко макияжа. Я не то чтобы сильно крашусь, но я просто уделяю внимание больше, скорее, защите кожи. Просто спреем, у меня SPF 50, ноги, руки, лицо. Чик-чик-чик, и все готово. Помимо спрея, я наношу CC-крем. Это, по сути, скорее даже уход, чем тонирующее средство. Оно не забивает поры. Такое максимально комфортное средство, которое позволит вам выглядеть лучше и быть собой довольной. А это важно для спортивной мотивации. Я еще наношу немножко конкрет пич, но это вот прям совсем чуть-чуть. Опять же, потому что не хочется бледненько выбегать. К концу пробежки, конечно, естественно, и румянец проявится. Мне просто хочется свеженько выглядеть. Что еще я делаю? Закручиваю себе реснички. Не крашу, потому что это будет уже дискомфортно с утра бежать с тушью. Но я, кстати, вот когда бегаю вечером, я очень часто не смываю макияж, потому что я не убиваюсь на пробежке. В беге марафонском очень важно поймать ритм и спокойненько бежать. Так, чтобы даже не было отдышки и чтобы не повышался пульс. То есть мы на низком пульсе бежим. И немножко брови причешем. Очень удобно, когда свежая коррекция бровей и покрашены ресницы черным в студии у меня. Как будто бы и макияж какой-то есть. Хвостик. Хвостик очень важен. Хвостик нам нужен высокий, красивый. И резинка должна быть очень крепкая, потому что иначе во время бега он у вас просто спадет. Поэтому резинки-пружинки, они, конечно, при всех их плюсах для пробежки не подходят. Красиво так вот сделаем. Теперь нам нужны клевые, красивые очки, наушники, iPhone, и мы готовы бежать. Итак, первое, что нужно сделать перед пробежкой, это очень хорошую разминку. Если у вас мышцы не разогреты,
не растянуты, особенно с утра. Есть вероятность, что после своей пробежки вы упадете и не встанете, что вы повредите себе колени, лодыжки, щиколотки, мышцы перетянете в каких-то местах. В таком случае ваш бег станет скорее вредным, чем полезным. Разминка базовая совершенно, такая, которую обычно все делают на физкультуре, в школе. Начнем с головы. Еще что очень важно, засекать свои результаты и смотреть, в какой динамике, как вы движетесь. У меня приложение, это Adidas, оно просто мне показывает, как я бегу, и постепенно разоряет компанию Adidas, потому что за каждый километр отправляются деньги на благотворительность. У меня есть плейлисты разные для бега, но сейчас у меня спонсор всех моих пробежек, это Алена Станиславовна Долецкая, которая офигенно озвучила свою книгу. Я совсем недавно открыла для себя такой вид сопровождения своих пробежек. Поэтому подумайте, какие подкасты вам могут быть интересны, какие лекции вам могут быть интересны. И таким образом вы можете бежать и еще и параллельно осмысливать какую-то информацию и думать, как применить ее в своей практике. 10. Activity started. Очень важно, что каждый бегает все равно чуть-чуть по-своему. Это зависит еще от того, какая у вас спина, что с позвоночником, с поясницей, как вообще суставы себя ведут. У меня дистанция увеличивается сама собой. Мне просто скучно начинает становиться бегать 8 километров. Первые свои дистанции я, конечно, брала там километр по 3, по 4. Потом брала тоже 10, потому что мне хотелось прыгать выше головы, потому что делалось это совершенно не нужно. Тут лучше меньше, но качественно и регулярно, чем раз в полгода, и так, чтобы убиться и лежать потом морской звездой. Вот. Бегать классно. Давайте бегать.